Так, это я. Пишу, что Станислав, сейчас попробую кое-что продемонстрировать. Смотрите. А! Правда, на кухне такое эхо. А! Отглас, слышите? Вот это такая аппаратура, такие микрофоны стоят на пятом, они вообще дебилые конкретные. А! Сталь, выключай. Эхо меньше. Ты вообще там ёбнулся, что, э? Хуйло, блядь! Позвини, наш воздух, блядь. А! Долбоёб 33-й! Аппаратуру выключи свою, гондон! У тебя микрофоны зашкаливают, э, олень! Фон идёт! Звенит, блядь. Оу! Я ведь не в горах живу, блядь, э, олень! Вот такая, такие микрофоны в 33-й квартире. Звенит всё тут вообще, блядь. Как будто я нахожусь в каком-то ущелье. О! Ты как здесь, эй? Мили, эй! Вот что значит непрофессионализм. Даже когда люди работают за спецаппаратурой в квартире прокуратуры Свердловской области. То есть там находится... Кстати, почему-то он у них на кухне часто сидит. Сколько замечал, с улицы зимой особенно идешь, рано темнеет. Свет выключен, сидит у окна, и этот от планшета свет лупит, пальцем водит там, сотовый большой, или планшетный телефон, или планшет небольшой. Вот такая ситуация. Это Туринск, значит, непрофессионализм сотрудников со спецаппаратурой вот к такому приводит. Ты уверен, что у тебя есть основания там сидеть со спецаппаратурой, долбодятел? Уёбок! Эхо вообще эхо. О! Хуйло, блядь! Сегодня суббота, чё, Дубских увезла синяя машина 335 ТУЗ? Это который возле администрации живёт, двухэтажечка, да? А напротив этой двухэтажки у мужика рак мозга был, ему операцию сделали слесарю, да? Уж не он ли там по мозгам лупил, олень? Слесарь-то неплохой был мужик, а ему полголовы вырезали, блядь, из-за этой аппаратуры. То есть водила вот этой синей, что там, девятки? Он ему по мозгам ебашил, что у того мозг, рак мозга был, и операцию сделали. И сколько он проживет сейчас с полголовы, блядь, э? Придурок твой папа, блядь. Все, запиздели нахуй. Че, все, сошлось у меня, да? Значит, возле администрации двухэтажка, мужик на машине синий, 335 ТУЗ ездит, который забирает Будько, используя также спецаппаратуру и ебашил слесаря из ЖКХ, которому сделали операцию на голове, а у него сейчас с женой плохо, она в больнице лежит, да, в коме? Так оно? Ну давай здоровье ему. Я это сейчас выложу, блядь.